с сегодняшнего дня приступает к работе подрядная организация для того, чтобы сформировать и обеспечить русло для ухода той воды, которая идет по дамбе и гидротехническому сооружению, по отводным каналам, которые сегодня есть в поселке Бельмесево. Поэтому считаем, что эти меры позволят, значит, обеспечить нормальное прохождение воды и сейчас в зимний период, и, безусловно, в весенний период.